Привет, это канал IT User Help, и сегодня в этом коротком видео мы решим проблему, если у вас возникла ошибка 67, не найдено сетевое имя, либо в английской версии Windows ошибка может звучать как System Error 67 has occurred in Windows. И для решения этой проблемы нам нужно перейти в диспетчер устройств. Для этого в поиске вводим русскими символами диспетчер устройств. И в найденном приложении нажимаем левой кнопкой мыши. Далее нам нужно перейти в пункт «Сетевые адаптеры», нажав на этот треугольник, раскрыть все имеющиеся сетевые адаптеры и выбрать тот сетевой адаптер, через который вы выходите в интернет. У меня ультрабук без LAN, без сетевого шнура, а просто интернет-соединение через Wi-Fi, поэтому я выбираю Qualcomm Wireless Network Adapter. Это адаптер Wi-Fi, это Bluetooth, здесь еще порты внутренние. В вашем случае может быть что-то типа LAN, если используете проводной интернет. Далее, два раза левая кнопка мыши, клацаем, находим, выбираем вкладку «Драйвер», выбираем «Обновить драйвер», и выбираем автоматический поиск драйверов. Далее, в зависимости от скорости интернета, у вас Windows сканирует и найдет либо найдет более новые драйвера, их следует установить через это же меню, либо скажет, что у вас уже установлен последние драйвера. У меня сейчас скорость интернета очень слабая, поэтому не будем ждать. В вашем случае нужно дождаться, и если найдет более свежие драйвера, то нужно будет согласиться на обновление этих драйверов. Еще что можно сделать. Не будем ждать, у меня скорость интернета слабая, не будем ждать обновления драйверов, поэтому в вашем случае, если Windows находит свежие драйвера на сетевую карту, то обновляемся. Далее, если у вас версия Windows Professional либо выше, то можем перейти в групповые политики, в изменение групповых политик. Для этого русскими символами вводим изменения групповой политики и левой кнопкой мыши заходим в приложение изменения групповой политики. Зашли. Дальше. Нам нужно выбрать вкладку «Конфигурация компьютера». И в этой вкладке выбираем «Административные шаблоны». Нажимаем на треугольник, раскрываем папку «Административные шаблоны». Далее вкладку «Сеть», раскрываем папку «Сеть». Далее «Поставщик сети». И видим такой файл. UNC пути с усиленной защитой. Нажимаем два раза по нему. Нажали. И выбираем «Отключено». Нажимаем «Применить». ОК. В моем случае проблем нет, поэтому я не буду отключать. Пусть остается незаданным. В вашем случае, если есть
это ошибка и при обновлении драйверов не помогает, то устанавливаем значение отключено. После этого закрываем редактор политики, перезагружаем компьютер, и наша проблема должна быть решена.